Ну, какое прекрасное утро. Да, шла Люсика. Ты чего пришёл? Ты чего пришёл? Да. Ко мне идёшь? Да ты что? Да ты что? Да ты что? Шёное царство. Шёное царство. Я как разбитая корыта. Хочу спать. Но меня бодрит то, что завтра будет выходной, и я смогу всякого понаделать. Вот. На улице немножко дождик крапает, поэтому мы быстро добежим до машины, до метро. Я быстро отбегу до работы и начну тереть стаканы, которые я ставила вчера. Всем доброе утро. Всем доброе утро. А нет, вот тут я. Ну что, непонятные шутки с самого утра. Все, я на работе. Очень сильно опоздала. Уже открываться через 15 минут. Я только вот переодеваться буду. Ладно, сейчас все сделаю и покажу, что я принесла, потому что я взяла с собой это. Всякие штучки, которые я хотела принести еще вчера. Время уже дофига, через полчаса мы уходим, Дима приехал, но он сейчас помогает Насте, нашему менеджеру, как-то что-то разобраться с терминалом, так скажем, который стоит у нас на кухне. То есть, когда мы печатаем чек с бара, он должен уходить на кухню, а он не уходит, потому что изменен как-то IP-адрес, вот, и Дима сейчас пытается вот что-то наладить, чтобы не вызывать мастера лишний раз. Вот, надеемся, получится. Я ничего не снимала, потому что я начала вот тереть вот эти вот приборы. Их очень много было. Я так подумала, ну его нафиг всегда оставлять на следующий день. Ну не всегда, вот как я вчера сделала, типа оставила все стекло на сегодня. Не, я вообще типа нахрен надо. Лучше все вытереть, как я сегодня терла в течение дня, там по несколько кружек, по несколько вилочек. Вот, и это будет нормально, нежели вот так. Когда я закончила, я как раз посуду натирать, я имею в виду с утра, которые кусочки я снимала, сразу пришел менеджер, то есть Настя пришла, и я не успела снять распаковку того, что я купила на Wildberries, именно сюда, в кофейню, но там получился фейл. Сейчас я немножко сюда отойду. Одна из штукенций, это была взбивалка для молока. Я думала, что Настя хочет ее сюда, но... Как оказалось, Настя хотела ее себе домой, потому что у нее сломалась. Ну, это, ну, блин, что, я же не буду забирать обратно. Я думаю, ну, вот, бери. А вторая штукенция — это иголка, с помощью которой можно рисовать всякие разные рисунки на кофе. Я давно хотела, но что-то не заказывала. Как бы повода не было. Дома я бы не смогла так взбить молоко, как на работе, вот этим питчером и паровиком. Так что будем тренироваться, будем рисовать. Я уже пыталась сегодня что-то нарисовать, но не фотографировала, потому что не было времени. Это все было в таком быстром темпе. И я такая, блин, всегда хочется сфоткать, но я понимаю, что гость ждет, и я не могу лишние секунды тратить на вот это. Так что как-то вот так. Скоро будем собираться ехать домой, я очень хочу.
хочу домой, потому что я очень хочу попробовать посушить фрукты. Прям очень хочется успеть сегодня заполнить дегидратор полностью, и чтобы на утро что-то получилось. Но я не знаю, получится или нет, хотя первый блин комом, но все равно посмотрим. А мы почти дома. Идем в магазин, покупаем продукты. Ой, привет. Я задумался о чем-то своем. Ты уже здоровался? Да? А или нет? Я еще не здоровался. А может, ты даже целый день не здоровался? Короче, мы в магазине домой. Все, наконец-то мы дома. Времечко уже достаточно много. 11 все-таки вечера как-никак. Сейчас покажу быстренько, что мы купили. И будем приступать к помывке, наверное, фруктиков. Вот. Вот такой батон, зеленушка, свекла, картофель, колбаска вязанка, очень вкусная колбаска, помидорка, лучок, морковка, сыр нарезной. Да, нарезной. Обычно мы покупаем голову ламбера, но тут прям мне срочно понадобился сыр именно вот такой. Апельсинчики и вот такая капусточка. Вообще, в принципе, я взяла все овощи, чтобы завтра приготовить супец. Так что завтра нам еще ждет супец. Все, наконец-таки сделала маленький анбоксинг, вот, который я вставлю в распаковку с Фалберис. Вот такая вот теперь терочка у меня есть, Борнер. Такая прекрасная, на которой я сейчас буду все тереть. Как говорят, эти лезвия прям максимально острые. Так что проверим, правда это или нет. Но для начала мы вот это вот достанем и включим. Вот такие поддончики у этой прекрасной сушилки. Я, наверное, начну с бананов. И бананы расположу на еще дополнительной вот такой вот сеточке. Посмотрим, что будет. Офигенно. Офигенно. Смотрите. Прям ровные, одинаковые. Смотри, иди. Офигеть. Очень легко режет, но я ссылаюсь на то, что это все-таки банан, он мягкий. Сейчас посмотрим, как он будет резать, например, апельсин. Готов первый поддончик. И это будет бонанза. Все ставим. Хоп. Тирин. Так, следующий у нас уже есть здесь. Сейчас придумаем, что можно натереть. Давайте арбуз натрем. Давай арбуз натрем. Давай. Так, смотрите, что у нас получилось нафасовать. У нас есть тоненький киви с арбузиком, апельсинки, мандаринки, еще киви, еще мандаринки в другой вариации, арбузик целый поддон. Посмотрим, что из этого получится. Говорят, очень вкусные чипсики выходят. Да, и бананы. Ровненькие, аккуратненькие кружочки. Сейчас все это будем собирать в обратном порядке. И включать. И завтра, наверное, ближе к обеду они будут готовы. Надеемся. Да, будем смотреть, надо будет проверять по готовности. Угу. По поводу терочки, она просто отпад, потому что лезвия реально острые. Не знаю, кстати, насколько их хватит. Слушай, ну, у меня у родителей почти такая же была. Они очень давно покупали, она у них до сих пор лежит, да? Конечно. Борнер? Ну, очень похожая, может, фирма другая. Короче, некоторые писали в отзывах, там, где я ее покупала, на Валберис, что их терки служили чуть ли не 4 или 5 лет, вот так вот. Ну, нормально. Одни лезвия, типа, при покупке, которые были, вот такие и остались. Здорово. Включаем? Да. Мне страшно. Это наше первое включение, первый запуск. 55. Угу. Давай на... 14. Или 12. Давай на 14. Стартуем. Нажимай ты. Ну, почему? Давай. Давай вместе. Дави. Все, ее двигать теперь нельзя. Какая прикольная. А, кстати, она шумит очень тихо. Я думала, она громче будет шуметь. Ты думала, она так будет шуметь? Я даже вообще не думал об этом. Прямо я думал.
Не, я думала, потому что я смотрела у других девчонок, кто занимается сушкой фруктов и даже снеков всяких, у них другие марки, они прям шумят, ну так сильно. Даже Изидри, мне казалось, по видео, что шумит прям конкретно. Но так это... Я даже уверена, я уйду сейчас в ту комнату. Дим, пойдем сходим? Не, ну слышно, но... Не мешает никак сну. Я снимаю вот так, потому что у меня снова вот покраснело, все посыпалось. Но не мешает, скажи, можно спокойно спать. Но мне это точно не помешает. Ну типа слышно, да. Вообще не критично, я бы так сказала. Короче, ура, наконец-то мы ее включили. У нас еще завтра будет ананас. И мы сделаем две пастилы. Вот, ну попробуем сделать две. Потому что есть ягоды в морозилке. Сдачи, между прочим. Вот, и ананасик, и бананы. Вот, это хочу смешать и сделать. Хотя, если есть такое, я не уверена. Ладно, не буду загадывать. Что получится, получится. А сейчас посмотрим, немножко приберемся. И пойдем в комнату, посмотрим, что будем делать дальше. Если нет, то я буду склеивать кусочки. Дима будет ложиться спать. Вот, потому что мне завтра не надо на работу, а Диме надо. А если что-то придумаем, то что-то посмотрим. В итоге мы решили посмотреть... Хотела сказать мультик. Хотели посмотреть... Нашли, что посмотреть, и выбрали фильм, который называется «Дом на глубине». Это ужастик. Сейчас я поверну. Это ужастик. Вот это маленькое описание. Франция. Не знаем, посмотрим, что будет. Идет 1:20. Не факт, что посмотрим полностью, потому что, ну, как бы и так уже поздно. Вот. Такие вот дела. Так что приятненького посмотра. Что посмотрим, досмотрим. Ой, где рыбка? Меня угощает рыбкой. Спасибо. Ну, вкусненькая. А вы любите рыбку такую? Времечко еще больше дофига стало. И мы сейчас попробовали, немножко пооткрывали вот эти уровни. Киви очень вкусная, но она еще прям не как чипсы, а такая, знаете, как будто вяленая киви. Мне понравилось. Кисленькая, ну, пусть дальше сушится. Так интересно наблюдать, конечно. А здесь мы посмотрели часик. Осталось всего 20 минут. Я думаю, мы будем ложиться спать. Но досмотрим фильм. Как тебе фильм, Дим? Ну, прикольно. Прикольный? Ну, мне кажется, немножко такой, знаешь, детсковатый. Топорный. Ну да. Не особо страшный, не особо такой интересный. Ну... Сама история. Ну, концепция интересная. В плане то, что это под водой? Да, под водой. Ну, ну посмотрим, возможно. Посмотрим, чем все закончится. Ну да. Интересно, кстати, какой... Какая концовка будет. Джейк, ты куда? Ладно, все, мы досматривать и спать. Завтра буду кусочки склеивать, это будет разумнее, потому что завтра у меня же выходной, и как раз-таки сушиться будет где-то до 12-13 часов, а я, надеюсь, встану пораньше. Вот, и буду склеивать кусочки, а все файлики я уже скинула, так что останется только... У них там своя атмосфера. Останется только немножко поработать над этими кусочками, и все будет готово. Все. Всем пока-пока и всем до завтра.